Итак, улучшенный план Перелогина. Да, король прячется на h8. То есть мы можем даже не обращать сразу короля вести. То есть это, ну, он соперник сейчас нам помогает. Да, наверное. Но вообще, я не думаю, что этот план приносит нам хороший результат, так что не факт. Пока 100% в плане Перелогина. Закрываемся. Но не дал. Ладно, фианкет. Так, после фианкета главное конь h4 не получить, им спёртый мат не открутить. Ну там ферзь Е8 есть, Никита. Да, ну что-то мне страшно все равно. Ладно. Да ладно, отлично себя чувствует король. Он даже не видит эту идею, я уверен. Вот видишь? Интересно, он поменяется на Е6 или нет? Я думаю, он пойдет d6, после чего наш конь никогда не выйдет. Нет, почему? Мы же побьем, и он встанет на F6. Если мы побьем, то... Ну ладно, это просто противоречит всему духу варианта Прилыгина. Да? Да, но мне кажется. Я не общался с автором на этот счет. Но мне кажется, что да. Надо коня как-то провести на F7 или на F8. Сейчас не пойдет конь h4, и меня сильно пронесет. А, мне кажется, он не пойдет. Под вилку не всякий захочет подставляться. Если он пойдет а4, или что-то из этой серии, ну или так, то мы можем вообще, наверное, расшириться, да, на фланге. Расширится. Потом слон f8 и слон b7. Получается какая-то ужасная сицилианка, за черт. Ну даже ужасная сицилианка лучше. Лучше улучшенного плана Перелыгина. План Перелогина работает, ребята. Нет, нужно вернуть слона на g7, Никита. Нет, просто так мы защитили на d7, и мы смогли разбить второго. Кстати, слон очень сильный. Да, вот дали ферзя. План Сильно. Перелыгина, вот. Ладья Ладья в засаде. на h7 сыграл. План Перелогина сработал, ребята. Спасибо, Георгий.